сейчас проведут свою работу как раз перед ключевым итоговым поединком сегодняшнего вечера. Вот его соперник по финалу в красном углу ринга. His opponent fighting out of the red corner. Весу 26 лет, рост 175 сантиметров, вес 70 килограммов. 26 years old, he stands 175 centimeters tall, but he weighs 70 kilos even. Профессиональный рекорд 87 боев. 77 побед, включая 10 побед нокаутом, 9 поражений при одной ничьей. 87 bout, 77 victories, including 10 wins by way of knockout, 9 defeats and 1 draw. Дамы и господа, чемпион Европы по тайскому боксу WCSF. Ladies and gentlemen, Muay Thai WCSF, European champion, representing Belgium, Jesse Muay Thai! The bell rings, your referee in charge from South Korea, Kim Young-Kong. 有请场上裁判来自韩国的 Kim. The winner should get over from charge, Kim from Korea. This is Golden Fight tournament rule. Okay, no headbutting, no elbow, no low blow, and no takedown, and no clinching. Okay, shake hands. Good luck. Дорогие друзья, рефери из Кореи будет как раз работать в рейдже в этом финальном поединке второй четверки. Джордж, таймкипер. Ну и начинается первый раунд. К большому сожалению, без российского бойца. Все мы очень ждали в этом бою Джабара Аскерова. Но не сложилось. Не сложилось. Бывает так в профессиональной карьере любого прекрасного воина. Не только победы. Иногда бывает, победы сменяются каким-то поражением, которое может дать больше тебе знаний и развития, и потенциала в будущем. Евгений Лотин присоединяется к нашей трансляции вновь. Напомню, Евгений чемпион мира, экс-чемпион мира среди профессионалов в панкратионе, в ММА, в супертяжелом весе. Тот человек, который не прыгал ни одного боя в своей профессиональной карьере. Ну и, соответственно, вот здесь вы посмотрели предыдущий поединок Евгения Константина Глухова с Антонио Лопесом. Как раз, я так понимаю, что это ваш весовой дивизион, и вы, наверное, смотрели на этих парней как на, даже через призму соперника. Ну, хотелось бы, наверное, перевести в парк, я понимаю. Конечно, там, тем более, Лопес позиционирует себя как борец в партере. Я не знаю, почему не уходил Ангарка, у него точно хромает. Если Константин и все же, ну, каждый соперник знакомится с техникой своего соперника, и Константин тебя позиционирует ударником, а Лопесу нужно было уходить в борьбу и все. И мог бы завершить бой именно в партере. Да, ну и возвращаясь к этому бою, посмотрите, пока какие обмены были очень серьезные здесь с двух сторон, и Клаудио Бадой, и в свою очередь Бейтар Есин как раз провели несколько точных попаданий боковыми ударами, в большей степени в разрез с левой и с правой руки. В двух стойках работает Есин Бейтар, мы уже отметили по бою его с Джабаром Аскеровым, у него потрясающая еще левая нога. Когда он становится в правостороннюю стойку, работая в левше, он очень жестко заряжает левый middle kick в область печени и тут же может перевести левой этой же ногой в область головы удар. Вот это она передняя, здесь она становится левая нога уже для Бейтара. Очень быстрая скоростная нога. На левый боковой свой излюбленный через правую руку, скрыв левый сбоку свой коронный удар. Жестко он прикладывается. Но на канатах так отвисел и отзащищался очень грамотный Есин Бейтар. Не дал по себе попасть точно. Здесь сам пытается реваншировать, но как раз Клаудио Бадой, у него очень хорошая боксерская школа, нужно отметить. Вообще в Румынии еще со времен социалистического лагеря была хорошая великолепная боксерская школа. Я думаю, что как раз Олег Саитов не раз бы подтвердил это, потому что он не раз встречался с очень серьезными парнями из Румынии. И, кстати, не всегда выигрывал у них. И вот румынская школа, она великолепная в боксе, она так и осталась еще с постсоветских времен.
со времен социалистического лагеря. И вот мы видим как раз у Клаудио Бадои бокс на высоком очень уровне, заряженные руки. При этом, что характерно, великолепная защита у Клаудио Бадои. Он не успевает пропускать удар в ответ. Как раз очень четко перекрывается. Перекрывает и туловище, и голову. Пока еще не было точных попаданий именно в ответной форме стороны Есина Байтара, бойца из Бельгии. Но вот сам как раз Байтар пропустил несколько раз достаточно существенные удары. Второй раунд начинается. Заключительного поединка. Здесь трудно называть его мейн-ивентом, главным событием вечера, потому что отошли от именно этой концепции представители двух промоушенов, которые сделали этот турнир, MVP и Kunlun Fight. Здесь вот такая файт-карта, наполненная яркими зрелищными боями, без так такового ко-мейн-ивента и мейн-ивента, по традиции, которую мы можем видеть в большинстве промоушенов мира. В этом случае здесь не так все обстоит. Второй финал. Второй четверки по правилам Kunlun Fight. Бои проходят. По сути, это кикбокс. Раздел K1. Здесь смотрите, насколько-то ножа не хватает в ударах с рук Есена Байтара. Выложился, конечно, он с Джабаром Аскеровым по полной программе. Здесь ему очень сложно приходится. Более заряженный, конечно же, его визави из Румынии Бадою. Напомню, что он очень быстро закончил поединок своего подзе в первом раунде, нокаутировав голландца. Да, у Есена очень тяжело был с Джабаром бой, поэтому ему и сейчас сложнее. То есть Клаудио Бадою более отдохнувший, быстро закончил свой бой. И поэтому сейчас себя чувствует на порядок. Свежее. Свежее, да. Сейчас из клинча попытался Бадой коленом нанести удар, но область защиты предплечья как раз попадает. Даже роста не хватает работы коленями Бадой. Вот его, конечно, будет манера ведения поединка, я думаю, ближе к победной. Это в хорошем боксе, который он очень любит. Особенно левая рука у него действительно, она помрачительная. Она может отправить легко, если точно он попадет своему любому визави нокаут своего соперника Бадои. И как раз мы видим, вот смотрите, сейчас на встречу справа попадает Бадои. И тут же нас, опять же, на отходе попытался поймать на левом боковом. Достаточно немало боев я комментировал Клаудио Бадои, где-то около 4. Я помню его великолепную технику бокса, именно школу бокса, и вот именно разящий удар с левой руки. Не раз своих визави отправлял на канвас подобным точным попаданием. Левый джеб, смотрите, с левой руки точно Клаудио Бадои. Справа опять целит на левый боковой. Все делает так Клаудио Бадои, чтобы нокаутировать с левой руки. Если он Байтар в этом бою... Вот здесь есть попадание. Еще одно попадание с левой руки. Смотрите, чуть-чуть болтануло Есена Байтара. И еще раз, смотрите, ноги спагетти. Буквально на долю секунду ловит на себя несколько жестких ударов Есен Байтар со стороны Клаудио Бадои. И где-то его начало чуть-чуть шатать в концовке раунда. Почему-то не включает Есен Байтар ноги в этом бою. Да, его оружие левая нога. С Джабаром Аскеровым он очень больше степени он работал бил левой ногой, да. И колено в том числе выпускал. Знаете, вот эти удары его повторные, вообще без тоннажа какого-либо. Конечно, в очередной раз я понимаю, что истаскался по-настоящему Есен Байтар с нашим бойцом Джабаром Аскеровым. Причем очень серьезно истаскался. Потратил огромное количество сил для того, чтобы выиграть тот тяжелый поединок. Я помню, что он был близко к равному. Если бы не тот самый нокдаун в первом раунде, Джабар как минимум не уступил ни в чем во втором и третьем. Здесь Есен Байтар уже не имеет в руках, особенно с левой руки, вот мы видели в замедленном повторе, серьезного тоннажа в ударах. Но вот здесь, знаете, пытается еще раз, дополнительно, еще забирая 10 секунд, для того, чтобы восстановить угловой Есена Байтара.
Попросил поддержки Байтар у хабаровского зрителя. Здесь справа попадает на встречу Бадоя. И Бадоя сейчас прыжковая нога такая. Наверное, попытка была флайни нанести удар коленом, но он превратился в удар ногой. Дорогие друзья, еще раз обязательно напомню вам, что нас ждет марафон сегодня и 20 мая на канале «Матч Боец». Сегодня ждите и бои Беллатора, промоушена, и бои UFC, лучшей лиги мира, и поединок по боксу. Зайдет чемпион мира WBC Сильвер Брейдис, участник, один из участников этого боя. Ну и латвийский рижский боец. Ну и, естественно, невероятный марафон 20 числа. Также ждите на нашем канале. Из-за огромного количества турниров и поедем. Кстати, о, здесь справа. В голову попал. Да. Необходимо также вас отправить в наше сообщество ВКонтакте. Будьте мобильны, будьте всегда в поле, информационном поле как раз всех последних новостей в мире единоборств. Напомню, 20 мая бои ТНА, Кубок Альфа по служебному боевому единоборству, ACB, великолепный турнир готовит Токов Агуев в главном бою вечера. Ну и сегодня, 14 мая, также мы увидим самбо, чемпионат Европы. Ну и бокс Брейдис Дурадола. Любители бокса, смешных единоборств и в том числе ударной техники, примкните к экранам сегодня и 20 числа и смотрите подробным образом все происходящее в мире единоборств на нашем канале «Матч Боец». Возвращаясь к поединку, тем временем третий раунд заканчивается. И заканчивается он в таком обмене, по большому счету. Вот сейчас, смотрите, как будто услышал вас Евгений. Да, начал ноги подключать. И Сим Байтар начал работать ногами. Именно с левой ноги его. Вот это очень интересная работа. Сейчас аплодисменты стороны хабаровского зрителя возникают. И опять левая нога в исполнении Сина Байтара. Но она в защиту вся шла. Видел эти удары Клаудио Бадоя. Не дал по себе точно попасть. Ну и сам опять он излюбленным образом заряжает через правую руку на левый боковой. Все время готовит этот левый сбоку в атаке Клаудио Бадоя. И даже в концовке третьего раунда. Время закончено третьего раунда. И может быть, кто его знает, и всего поединка. Напомню, что по регламенту возможен экстра-раунд. Да, экстра-раунд возможен. Четвертый раунд. Судя по бою, все-таки выиграл Клаудио Бадоя. Почему? Потому что он начинает больше ударов, результативных. Даже тряханул пару раз Есена Байтара. Ну, это спорт. Побеждает сильнейший. Да, во втором раунде мы действительно с вами могли увидеть такое легкое болтание стороны Есена Байтара. Многие такие ватные стали. Буквально долю секунду от нескольких тяжелых пропущенных ударов Клаудио Бадоя, румынского бойца. Но опять отдать должное этому прекрасному мастеру. Он восстановился. И третий раунд провел достаточно в равном бою. Очень любопытно, кому отдадут победу и выявят победителя второй четверки. Кстати, этот победитель отправится в топ-16 на август месяц всего года турнира Kunlun Fight, где будет разыгран пояс чемпиона мира на этот весовой дивизион 70 килограмм. Пауза достаточно серьезная, я так понимаю, что есть. Да, подсчитывают очки. Есть такой продолжительный подсчет баллов, и судейский корпус еще не готов выносить решение. Приглашаем
Но то, что экстра-раунда не будет, это уже точно. Да, все-таки уже мы услышали, кого приглашают на награждение. Это мэр города Хабаровска. И президента нашей федерации Дмитрия Конькова. Да, и президента Дальневосточной федерации современного покертиона Дмитрия Конькова, ну и в том числе президента промоушена Kunlun Fight. Александр Загорский со своим коллегой из Китая также заходит в рейдж. Сейчас мы ждем все, кто находится у экранов своих телевизоров. И в том числе те, кто находится в Платинум Арене. Ждем все-таки, кто же здесь стал победителем в этом бою. Ну и этот боец отправится сразу в топ-16 на август. Смотрите, здесь разделяется решение. Судья номер 2, Джордж 2. 30-28, 32-28, красный угол. Разделились уже мнения. Да. Судья номер 4, Джордж 4. 29-29, 29-29, draw. 4-3-5. 29-29. Кто-то дает ничью 29-29. Евгения Лодина, сразу возникают вопросы. Единодушно оценили этот бой 30-29. Georgia 3 and 5 are agreement scoring the same 32-29. И третий и пятый судья единогласно отдают в сторону. Раздельное решение судей в итоге из пяти судей. Чемпион Kunlun Fight, но не Kunlun Fight, он чемпион четверки, второй четверки, который отправился в топ-16, занял чемпиона мира Kunlun Fight в августе месяце. Розыгрыш этой 16 бойцов. Ну, так же, как и говорил, Бадуэ. Все-таки, да, Клаудио Бадуэ оказался победителем. Мы с вами, Дмитрий, оказались все-таки точны. Ой, извиняюсь, Евгений, я обращаюсь к Евгению Лотину, чемпиону мира нашему, а думаю, сам Дмитрий Конькове, президенте Дальневосточной Федерации современного покертиона. Я думаю, дорогие друзья, что вам понравилось, что вы сегодня увидели на экранах как раз ваших телевизоров, ну и на нашем канале Матч Боец, в том числе и sportbox.ru. В интернетном пространстве мы, как обычно, не прощаемся с вами, говорим до свидания, крепкого духа и побеждайте. С вами